больше. Работу над ошибками делать. Мы верим положительно, нам как бы отступать некуда, к стенке прижали, поэтому, как говорится, уже не увернуться, ни назад не отступить. Here we work for us people. Примерно то же самое, что было в сезоне. Настраиваемся на игру. Как всегда, мало времени на восстановление, поэтому пытаемся в кратчайшие сроки выйти на свои максимальные кондиции. Что исправить? Результат нужно исправить. А все нюансы это, наверное, оставим под секретом. Это мы будем на собраниях разбирать. Опа! Реал Мадрида, понятно. Только победа! Ура! О-о-о, it's from my wife. Да. Сын художник. Вылитый. Да. Ну, руки похожи. Это первое место. Вот номер. Вот здесь. Там послание. Важно. Стих. Не покажу. Спасибо. Ну что, парни, наверное, самая пока важная наша игра в году. Все понимаем, в какой мы ситуации, что нам нужно делать, как делать. Самое главное дать парню дать агрессию, дать эмоции каждый. Не только физически дать максимум, но и психологически. Помогать друг другу. Все мы получили какие-то письма приятные, да? Мне подарили недавно подарок, дневничок. И там была надпись на нем. Не важно, кто прав, важно, кто лев парни. Мы львы парни! Мы бьемся до конца, да? Белгород! Сила! Big lights, big stadium, big arenas, it gets no bigger. Welcome to the big leagues, go, go. Let's make history. Welcome to the big leagues, legacy, legacy, legacy. Welcome to the big leagues, go. Let's make history. Welcome to the big leagues, legacy, legacy, legacy. You wanna be big time, you wanna be big time, time to go big time. Welcome to the big leagues. Классная игра. Я думаю, что мы сделали работу над ошибками, разобрали моменты, которые у нас не получались в Новосибирске, выдержали, когда было тяжело. Вся команда сплотилась и играли все вместе, помогали друг другу. Только так можно выигрывать дальше такие игры в плей-офф. В Новосибирске тоже хорошая была игра. Да, 3-0 проиграли, но я считаю, что игра была не хуже. Грязь свою поубирали, и более-менее нормально все стало получаться у ребят. Меньше мячей упало, ненужных, как в Новосибирске, по крайней мере. Мухаммед, да, очень хорошую игру выдал. Плюс ко всему, сегодня очень много тяжелых мячей позабивал. Дражин как бы не свою игру сыграл, скажем так. Ну и второй диагональный тоже не очень. Поэтому, может, так у них все и сложилось. В первую очередь, это
поддержка болельщиков белгородских в Туле. Они сегодня заряжали их по полной. Атмосфера была классная. Вот. А второе хочу отметить, это игру диагонального Белогория. Он сегодня выдал потрясающую игру, и мы с ним, к сожалению, не справились. Если вы ожидали, я не ожидал. Я ожидал тяжелейшую игру. Так и получилось. Заслуженная победа Белогорья. Они сыграли лучше всего. И некоторые игроки так и не вошли в игру. Ключевая оказалась первая половина четвертой партии, в которой мы не забили 4 или 5 доигровочных мячей. И там мог быть отрыв плюс 5 наш. Это дало возможность Белогорью играть очко в очко. У них получилось 2 расстановки подачи. Пропустили возможность вернуться, пойти в пятую партию. И, конечно, день рождения у УАЛ сегодня. И предыдущую игру здесь, в которой мы играли, день рождения был у нас у Лубурича. Все, что тронул, получилось. Поэтому я считаю, что это его игра сегодня. Там был полный стадион болельщиков Локомотива. Сейчас уже дома мы играли, чувствовали энергию нашего болельщиков. Сегодня был тоже полный зал, очень приятно. Конечно, это проще, дают нам силы. Но просто мы сыграли, наверное, чуть-чуть чище во многих вещах. И в атаке, наверное, добили те мячи, которые не смогли добить там. Да сейчас уже ничего не страшно. У нас не получалось просто выиграть Новосибирск до этого. В этом году и в прошлом году. Как-то все не очень удачно складывалось не в нашу пользу. А сейчас, в принципе, уже поняли, как обыгрывать, поэтому едем дальше побеждать. Ну, наконец-то!